Светка, мы к тебе в гости пойдем. А я что? А я в день рождения буду грустить. А я Кирилла к тебе отправлю с подарками. Хочешь? Вы там что-нибудь поделаете? Какую-нибудь движуху. Ну просто сегодня, как бы мы договорились с Кириллом с котом пойти, ладно, думаю. Раз заказали этот, надо дотравить, еще ползают. Ну, это Тати сказала Алена, что раз в 3 месяца надо травить. Там, короче, барс, период. Барс для собак. Ну, все это Он, если в обычных магазинах 700 рублей он стоит, в заповеднике 700 рублей. В интернете можно за 500. В интернете можно. Да. Все, дети купят у них. На Озоне они заказывали за 500. Ну, доставка там 200 рублей. Кирюшка через онлайн-трейд заказал. Вот здесь у нас онлайн-трейд. Так а смысл тогда? Доставка еще 200 рублей. Ну да, поэтому он заказал через онлайн-трейд. И это что значит? Это такая конторка, которая у нас есть здесь. Там самой можно забрать. Понятно. Вот мы тут гуляем с котом и с мамой. На солнышке. У меня что-то так позвоночник. Нет, не. Ну вот я просто все записываю. Позвоночник. Да, у меня тоже сюда.